А не сделать ли нам сегодня, не приготовить ли нам сегодня жареную картошку с грибочками? Сейчас в лесу еще есть грибы. Мы ездили в лес и насобирали там маслят. Ну, сначала я не стала готовить маслята, а положила их в морозилку. Теперь я достану грибочки из морозилки. Вот они, маслятки мои дорогие. Вот они, красавчики, маслятки-масляточки. Их тут немного, но достаточно для нашей картошки. Вы посмотрите, вот они, какие красивенькие в квартире, кухни, на кухне у меня жарко, а в холодильнике мороз. Поэтому, когда я достала их из морозилки, пошел пар. Итак, дорогие мои, хочу дать вам совет. Когда вы будете собирать грибочки, и вы не будете консервировать, там мариновать, там квасить, солить, а просто хотите заморозить, потому что из замороженных очень-очень вкусно и супчик, и картошечка, жареная картошка с грибочками. Вы обчистили хорошенечко, вот маслята, я говорю о маслятах. Очистили маслята здесь вот, а тут вот остается, не моем. Сразу мы в целлофановый кулечек и морозилку. Теперь я достала из морозилки. Теперь мы будем мыть грибочки. Нужно их помыть, наши грибочки, хорошенечко под проточной водичкой. Потом мы возьмем картошечку, 2-3 штучки. Очистим картошку. Помоем хорошенечко под проточной водичкой. Обсушим. И еще нам понадобится лучок. Молоденький лучок, репчатый. Я взяла, очистила его, тоже помыла. И вот они все обсушенные, ждут меня. Вот так вот. А мы сейчас с вами под проточной водичкой будем мыть наши грибочки маслята. Мы масля, масля, маслята, будем весело играть. Будем кушать мы маслята, раз, два, три, четыре. Итак, дорогие мои. Грибочки мы хорошенечко помыли. 3-4 разочка. Вот я поместила их в мисочку. Ручками хорошенечко я их промыла, чтобы нигде не попался песочек. Теперь мы возьмем и ситочко, и на ситочко мы сейчас грибочки наши насыпаем, выливаем водичку в ситочко. И в ситочке, водичка вся уйдет из грибочков. Вот, дорогие мои, вот вам видно? Так, теперь мы будем с вами брать грибочки. И что делать? Мы будем с вами нарезать грибочки маленькими кусочками, пластиночками. Вот я беру ножик. Теперь, вот у меня сковородка. Я ставлю сковородку на огонек. Так. Теперь мы наливаем сюда маслице. Ну, любое маслице. Растительное масло. Хорошенечко наливаем масло. И сейчас сюда мы будем нарезать грибочки. Вот так вот мы будем нарезать. Вот такими полосочками. Вот они будут, когда ужарятся, даже можно пополам вот так вот нарезать. Вот, мои дорогие. Тут у нас вроде много грибов, а когда они нажарятся, выжарятся все, они будут уже, конечно, меньше грибочков. Итак, сейчас мы 1, 2, 3, 4, 5 хорошенечко, вот у нас греется сковородка, а мы вот масляточка, они такие пахучие. Я помню времена, когда раньше мы, ну, не боялись грибы собирать. Все люди собирали грибы. И мы собирали грибы, мама делала по 100 банок. У нас большая семья была. Вот. И мы всегда... Мама и борщ варила из грибочков. Мама варила и супик, и особенно картошку. Но картошку мы будем с вами жарить не так,
как мама жарила моя. Просто вот когда жаришь картошечку маленькими кусочками, да, соломкой режешь, нарезаешь. А мы будем делать по-другому. Будем делать. Вот сейчас мы это все опустим в нашу сковородочку. Ну, конечно же, они-то у нас холодные, там еще у нас водичка в грибочках. Поэтому они могут даже брызгать. Брызгать будут. А вы сейчас вот водичка улетучится, когда мы сначала не накрываем. Вот. А потом, когда вот уже перестанет, ну сейчас я вижу, и не брызгает даже. Даже очень хорошо. Я вспоминаю, как я еще молодая была. Ну и мы постоянно. И мой отец, мама не ездила, но отец ездил с другом своим. Всегда они привозили много-много грибов. И вот как вспомню, мама с отцом целую ночь чистят и чистят. А я дрыхну, потому что мне утром надо было идти на спектакль. Меня берегли. Вот. А, конечно, кушать очень вкусненько грибочки. Мы собираем грибы. Только те, которые знаем. Вот. Ну, некоторое время я как-то вот боялась эти грибы собирать, потому что атмосфера там все. Ну, а теперь уже сын говорит: мама, чего ты боишься? Мы же собираем в экологически чистом лесу. Мы знаем мыслята. А другие люди не знают, собирают все подряд. Вот я собираю грибы, подходит ко мне женщина одна, говорит: женщина, а вы не знаете, что это за грибочек? Я говорю: как вы можете собирать грибы, которых вы не знаете? А она: да я вообще никаких не знаю. А я говорю: вот маслята, вы никогда не ошибетесь в маслятах, потому что маслятки, их не перепутаешь с другими грибочками. Вот. Ну, есть разные разновидности маслят. Я уже хорошо вот разбираюсь в этих маслятах. И вот когда что-то собираем там, обязательно только маслята. Хотя раньше мы собирали и зеленушки, и грузди. Но вот маслята, из маслят будет очень-очень-очень вкусненькая картошка жареная. Еще как мы будем жарить картошечку? Перво-наперво мы сейчас жарим грибочки. Теперь мы накрываем крышечкой. Все, пусть наши грибочки пока хорошенечко, чтобы из грибочков вышла влага. Мы будем открывать крышечку и мешать лопаткой. А дальше мы возьмем лучок. И лучок тоже кольцами покрошим сюда же в наши грибочки. Вот, мои дорогие, посмотрите, какие красивенькие, как они в маслице жарятся. Ну вот, видите, очень хорошо. Теперь пришло время взять лучок и порезать лучок. Нарезаем его полукольцами. Итак, дорогие мои хозяюшки, берем лучок, разрезали его на две части. А теперь мы берем тоненько-тоненько вот так вот нарезаем его полукольцами. И сейчас мы этот лучок с вами забросим прямо к нашим маслядкам. Наши маслядки будут сейчас вместе с лучком жариться. Мы сейчас забросим. Немножечко они друг дружку познакомятся друг с дружкой. Грибочки и маслята. Ой, что я говорю? Маслята и лучок. Говорила, заговаривалась. Вот такие я. Стараюсь, у меня мысли опережают. Так, дорогие мои, вот у меня лучок. Посмотрите, дорогие мои. Сейчас мы бросаем все это вот сюда, вот нашу сковородочку. Так, бросили мы. Теперь мы перемешаем. Нам главное, чтобы лучок прикручиваем немножечко. Потому что грибочки у нас уже, я смотрю, что они уже почти готовы. Поэтому мы сейчас сюда заложили лучок. И сейчас же мы будем с вами брать картошечку. Вот у меня картошечка, я беру две картошечки. Так, две картошечки. Теперь мы возьмем картошечку на две части. Картошечка хорошая, в магазине попалась. Так, теперь мы напополам и будем нарезать вот такими, сейчас я вам покажу, такими дольками.
Помните, я вам рассказывала, как я картошечку делаю? Вот очень вкусная картошечка. Напополам сюда и сюда вот. И получается у нас не просто там соломкой у нас картошка будет, а вот такими пластинками. Длину мы разрезаем на две части. Ну, вот такие, смотрите, дорогие мои. Вот, пластиночки такие. Сейчас, когда мы забросим сюда грибочки, вот, они будут у нас очень-очень симпатичные и очень быстренько. Вот на четыре части и на четыре части. Раз на две части и на четыре части. Вот так вот. Ну, будете смотреть по своей картошечке. Она, во-первых, будет красивая очень, картошечка. Вот. Ну и хватит. Две. Хватит для чего? Чтобы у нас чувствовались грибочки. Вот. А теперь, оказывается, вот мы всегда, когда жарим картошку, ну, мы всегда там солим, перчим сразу. А оказывается, картошку нужно не сразу перчить и не сразу солить. Картошку, когда она уже будет полуготова, тогда мы сюда картошечку посолим. Теперь, пока она немножечко у нас возьмется, они познакомятся здесь, мы накроем это сейчас крышечкой. Минут 5. Пусть она, крышечка постоит, сковородочка с крышечкой, и они тут познакомятся. Потом мы снимем крышечку, посолим, поперчим, и туда мы зелень. Бросим туда зелень. А пока пусть они знакомятся. А мы будем продолжать дальше. Дорогие мои хозяюшки, грибочки у нас уже готовы. Я их попробовала, они уже готовы. Картошечка уже полуготовая. Теперь мы берем, солим. Хорошенечко посолим, но не пересолите. Я солю всегда сейчас морской солью. Я перешла на морскую соль. Одну сторону. Теперь мы берем черный перчик горошком. Тоже немножечко черным горошком перчиком. И душистым перчиком. Тоже берем душистый перчик. Тоже его так возьмем. И сюда немножечко померим. Итак, дорогие мои, теперь мы перемешаем. Вот, мы можем посолить и не можем, а нужно посолить еще с другой стороны. Потому что мы одну сторону посолили, а теперь нужно другую. Но не пересолите. Вот так вот. Посолили мы. Теперь я хочу сюда немножечко положить. Как вы думаете, что? Не догадаетесь. Я немножечко куркумы ложу. Во-первых, она очень полезна. Я сейчас смотрю индийские сериалы, и там везде куркума. У кого что болит, куркума. Там горло болит, или там ранка, или еще что-то. Это во-первых. А во-вторых, куркума, она дает очень красивый цвет картошечки. Итак, мы сюда положили, немножечко насыпали куркумы. Сейчас у нас цвет картошечки станет оранжеватый такой. И сюда же я хочу добавить еще вот и паприку. Вот у меня паприка. Я освобождала маленькие баночки. У меня маленькие баночки были. Не было маленьких баночек для варенья, для шишек. И я освободила и теперь вот в такие вот высыпала то, что у меня здесь. Вот, то, что у меня не хватало в маленьких баночках. Вот так вот. Вот мы сделали это. Теперь я хочу сюда... Дорогие мои, очень люблю базилик. Вот сейчас я возьму... Ой, балдеж! До того приятный запах. Это я сама вырастила. Это зеленый базилик. Вот зеленый базилик и фиолетовый базилик. Совершенно разные вкусы. Вот зеленый базилик, он очень вкусный, когда мясо будете делать, курочку там, куриное мясо, там отбивнушки. Да чего вкусно, попробуйте. Я вот сейчас немножечко, чуть-чуть листиков засушила я. Это мой личный, вот так вот, и будет очень-очень вкусненько. Все, вот так вот, чуть-чуть только для запашочка. Вот так, и помешаем. И еще сейчас мы сюда, вот я помыла укропчик, сейчас мы укропчик хорошенечко сюда вот покрошим укропчик, и тоже сюда укропчик, потому что картошечка у нас уже почти готова. Итак, дорогие мои, все, давай, залазь сюда. Давай. Вот так вот, все, дорогие мои. О, как шипит. Вы смотрите, дорогие мои, чтобы у вас масло не выкипело. Чтобы маслечко, грибочки и картошечка, они очень любят маслице. Итак, мы уже не накрываем крышкой, а жарим так, постоянно помешивая, чтобы у нас ничего не погорело.
Вот так вот, пусть жарится. А мы пока с вами подождем, пока картошечка наша сготовится. А когда картошечка наша сготовится, что мы будем делать? А? Что? Точно! Мы будем с вами дегустировать. Ну вот, все уже готово. Я буду выключать нашу картошечку с маслятками. Вы посмотрите, какие они красивые. И картошечка, и маслятка благодаря куркуме. Итак, дорогие мои хозяюшки, наша картошечка жареная с грибочками-маслятами готова. Итак, мы приступим сейчас. Чему? Правильно, вот она, красивенькая, хорошенькая, очень вкусненькое, ароматненькое блюдо. Я сюда еще помыла петрушечку зелененькую и лучок зелененький. Сейчас мы с вами будем дегустировать наше блюдо. Возьмем вилочку. Так, 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 так. С чего начнем? С грибом или с картошки? Так, возьмем картошку любую. Так, а ну-ка, вот эту возьмем. А ну. Зуба нет. Вы знаете, очень вкусненько. Во-первых, у нас тут все приправы, которые много я не положила. Такое, знаете, вот как раз вот друг дружку дополняют. Кто любит побольше этого перца, можете перчика побольше. Вот. Куркума очень хорошо с картошечкой. Ну, грибочки мои. Сейчас попробуем грибочки. Я немножко грибочки, совет такой. Долго жую, знаете почему. Но очень вкусно. Зуба здесь нет. Очень даже вкусненько. Совет такой. Дорогие мои, кто первый раз делает, жарит грибочки, слишком их не пережаривайте. Я немножечко, чуть-чуть, вот надо было раньше выключать. Почему? Они набираются масла, а потом джук-джук-джук-джук-джук, и могут немножечко так, они тогда суховатые получаются. Для того, чтобы грибы у нас были такие, знаете, мясистые, вкусненькие, чтобы не засушенные были, вовремя выключайте. Это очень быстро делается, это блюдо. И главное, что это блюдо очень-очень вкусное. Ну что ж, дорогие мои, давайте все вместе в лес, у кого машина, на выходные. Насобирали немножечко грибочков и сделали такое замечательное, такое вкусненькое блюдо. Желаю всем успеха. Кому понравится, пожалуйста, делайте. Мне не жалко рецепта. Пока. До свидания всем, дорогие хозяюшки. Пока.